Осенний дождь, по улицам текут зонты, а рефери херачит ни за что бойцов. Привет, прекрасные осенние листочки клёна, с вами Фёдорович, а в этом видео мы посмотрим на суровых рефов, которые решили взять меч правосудия и ремень воспитания в свои руки и дали по шее бойцам. Древние не могут смотреть на Луну, но Луна всегда смотрела на древних. Так и у нас. Рефери не участвует в бою, но может решить его исход своим решением, а самые крутые – ударами. Что именно случилось в этом бою и почему этот реф возомнил себя Ван Даммом, я не знаю. На первый взгляд все было в рамках правил и не было нужды оттягивать бойцов друг от друга за курточку. А бить с вертушки невинного пацана, отправляя его в нокаут, тем более. Да еще и учитывая то, что бой он явно выигрывал. У меня есть одно предположение, что получавший по шее боец просто сынок рефери. И тот, как матерая самка богомола, решил отомстить за проигрывающего отпрыска вертухой. А в этом легендарном бою рефери, как воробей в борьбе с голубем за крошки хлеба, решил урвать себе кусок славы, сделав подсечку великому Энди Хугу. А все потому, что тот пробил колено, которое по правилам было запрещено. Конечно, можно было просто встать между бойцами или оттянуть Энди, но зачем, если можно сделать красивое высекание, а потом всю жизнь рассказывать, как ты завалил Хуга в ринге? Помните феноменальную победу Макгрегора против Альдо? Но вы наверняка не знаете, кто был ее главным автором. Правильно, рефери Маккарти, который как матерый волк погнался за двумя зайцами, а завалил лисицу. После парочку добиваний от Макгрегора, рефери бросился на него и неслабо оттолкнул. Но главной его фишкой была техника настоящих ниндзя. Это скрытый удар коленом по лежащему Альдо, чтобы тот уже наверняка не встал. Не знаю, ли он получил от Конора откат, или просто перестраховался, чтобы никто не заикнулся про досрочную остановку боя. Но мужик умудрился ударить сразу двоих легендарных бойцов. А в этом сюжетике мы снова посмотрим на Маккарти, который снова отличился. Приняв решение про остановку боя, а решение, нужно сказать, было правильным, рефери бросился на бьющего бойца и снес его, как бык неумелого тореадора. Да так мощно, что разбил ему нос. Здоровяк за весь бой не получил ни одного синяка, а рефери разбил ему нос до крови. Ну и кто из них мощный красавчик? Друга без изъяна не бывает, а рефери тем более. В этом непростом бою боксерчика отправили в нокдаун, а рефери побежал отгонять бойца и отсчитать нокдаун лежачему. Но то ли не рассчитал дистанцию, то ли также практиковал ниндзюцу, но добавил некислый удар коленом по и так лежачему на канвасе бойцу. Есть, конечно, вариант, что рефери кумец второго бойца. Но это не точно. Все-таки дружба, построенная на выгоде, прочной не бывает. А пацан все-таки встал с канваса и также отправил обидчика в нокдаун. А потом, может, и до рефа доберется. А в этом профи-бою по боксу рефери решил показать пацанам, что бокс ничто, а джиу-джитсу все. Когда бойцы сошлись в клинче, реф пошел их растягивать и как бы ненароком сделал профессиональную подножку одному из них, заставив сесть на канвас. А потом, как ни в чем не бывало, проверил перчатки. Типа, ты вообще в норме или моя подсечка тебя вырубила? На повторах, конечно, видно, что реф был в сговоре с вторым бойцом, который еще и наступил на ногу первому. Но весь замысловатый клубок этой коррупционной кумовской схемы мы распутывать не будем.
Fight will go the distance. Fight is over. А сейчас вы увидите невероятную реакцию рефери, который, как молниеносная летучая мышь, реагирующая на звук, по гонгу сделал бросок кобры и предотвратил страшный удар колена одного из бойцов. Конечно, вы можете сказать, что можно было так сильно и не толкать, но лучше покалечить одного, чтобы спасти второго, чем не спасать первого, чтобы уцелел второй. Дорога, по которой ходили тысячу лет, превращается в пропасть. Так и наш рефери, который насмотрелся сотни боев, решил тоже показать, что чего-то стоит. Один из боксеров пробивал отличные удары, и реф, наверное, хотел остановить бой, чтобы отсчитать нокдаун. Но он так дал рукой в лицо и поставил заднюю подножку, что боксер упал на канвас практически в нокауте. Уж не знаю, лучше он сделал или хуже, но одну победу себе в актив он может записать точно. Не каждый цветок становится вишней, а не каждый рефери может закончить бой еще до начала, как сделал этот здоровяк. Перед началом инструктажа он засандалил палец прямо в глаз бойцу, а потом сделал вид, что ничего не произошло, и дальше читал инструктаж. Кстати, бой этот паренек проиграл, и его левый глаз, именно тот, в который попал реф, выглядел довольно страшно. А на закуску мы посмотрим на рефери, который благодаря своей реакции спас одного бойца, но погубил второго. После неудачного удара коленом один из бойцов словил сраку и упал на канвас. Второй решил в обход моральным принципам этим воспользоваться и побежал добивать его ногой. Но рефери, как мангуст, увидевший кобру, бросился на голову беспринципному подлецу и завалил его на землю. И все бы было ничего, но при падении боец повредил колено и не смог продолжить бой. Вот и думайте, кто в этой ситуации прав, а кто виноват, а кого наказала карма. Пишите в комменты, что думаете про такие действия рефери. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями. А также подписывайтесь на мой второй канал Клон в описании, а то этот могут заблочить. А если вы хотите начать тренировки даже в домашних условиях или усилить свои, забирайте бесплатные видеокурсы в описании. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках.